Красный огонь. Красный, есть поражение. Короче, сейчас будем стратегически стоять на респе. И смотреть, где будет больше противника. Если они будут где-нибудь здесь подожмутся, идеально. Я разгоняюсь отсюда и кого-нибудь херачу просто. Если там начнут поджиматься, то вот так объезжаю и то же самое делаю. У нас, как обычно, стратегически так еще полкоманды стоит и ничего не делает. Внизу вообще никого. Два ОБТ поехали по центру. Что происходит? Все-таки поедем вниз. А, у них ОБТ здесь много. Но мы можем сейчас наш центр поджали, вот в этих сейчас залетим. Надеюсь, они там не спрятались куда-нибудь. В ангарчик. Ой, я разогнался. Ой, я разогнался. Боже, это было... Это было оргазмически. Разгоняемся. Падла. Да блин, я его не пробиваю просто. Можно? Не ломать мне вашу за ногу. Гусеницы без остановки. Я херею. Опа, Адель Хусейн. Ну давайте, тут меня херачат со всех сторон, отсюда, оттуда. Да запарили. Дайте Абрамсу еще этому Аль-Хусейну в спину залететь. Стоять! Блин, не дали закинуть ему еще. Вот они. Говнюки. Ой, там столько картона. Столько картона, надо бы поехать убить их. Мне надо сколько? 5 ремок с собой брать на Абрамсе. О, давайте спикируем на них вот отсюда. Да-да-да. Именно так я и делаю. Еще хпшка есть. Я сейчас еще кого-нибудь заберу тараном. Там 2 IP. Ты мой. Бам. Ой, это смотрите, тут еще жертва одна. Сейчас мне, правда, напинать могут. Да. Севиха бахает. Севиха, я еду. Севиха, я еду. Никуда не убегай. Блин, там тоже десант. Плевать на него.
хер ты попадешь в меня, Десон. А, тут еще и НМ-ка. Сложнее будет. А, минус НМ-ка, норм. Ой, там Стингрей. Плевать. На чтоб тебя, опять гусля. Опять гусля. Ай, ну это был красивый заезд. Это либо в шортс, либо в отдельные вырезки. Бой шикарный. Если бы я еще и свих успел бы забрать. Красиво вообще было бы. Как в ВТ-ху зашел вначале. Просто идеально, он кормой стоял. Просто половина этого урона это таран.